Полицейские Сергокалинского района задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Им оказался 44-летний житель села Айма-Умахи. В ходе расследования было установлено, что во время распития спиртных напитков в местном доме культуры между знакомыми произошел конфликт, в результате чего мужчина нанес телесные повреждения собутыльнику. После этого 42-летний житель села Краснопартизанск потерял сознание. Примерно в полночь он скончался в больнице. Через дня я туда заходил, следил, как он самочувствие у него, что там, чтобы он в одной стороне типа не лежал. Уже к вечеру поняли, что ему там уже не улучшается. Лучше не стало. Лучше не становится, к себе не приходит, не смогли его себя привести. Вызвали местного фельдшера, и фельдшер сказал, говорит, лучше в больницу.